Следующий докладчик – это Андрей Лошкарев, автор проекта «Все по настройке», проект «Ютюбовский». И, возможно, какие-то материалы вы уже видели или узнаете его в лицо, потому что он часто мелькает в Ютюбе с обучающими и разъясняющими программами по стройке. Итак, Андрей Лошкарев. Да. Добрый день. Меня зовут Андрей Лошкарев. Мой проект называется «Все по уму настройки». Сайт есть тоже у нас на презентации. Я сам занимаюсь строительством каркасных домов и газобетонных. И несколько лет назад, 2 года назад, начал такой образовательный проект. Начал их со своих объектов, начал снимать сериалы про стройку. То есть каждый день мы снимаем каждый день стройку как видеодневник. И вы можете, посмотрев такой видеодневник, такой мини-сериал, понять, как строится дом вживую, ну, то есть реально. По теме сегодняшнего выступления, особенности проектирования, расскажу свою точку зрения. Я не проектировщик, но так как я, можно сказать, заказчик строительства, то есть передо мной тоже возникает зачастую вопрос, зачем покупать проект, зачем покупать проект дорогой, дешевый, зачем вообще нужен проект. Я с этим столкнулся сам. Значит, с самого начала, что касается проектирования у нас в России. Несколько лет назад государство отменило лицензирование проектной деятельности. И, ну, во-первых, они сначала отменили лицензирование строительной деятельности, и стройкой начали заниматься все, кому не лень. Можно строить у нас по закону что угодно, и тебе ничего не будет, потому что она никак не регулируется. Это касается загородного домостроения до 3 этажей. И то же самое государство сделало с проектной деятельностью, отменили лицензирование проектной деятельности. Сейчас проекты рисуют все, кому не лень. И называют свои рисунки проектами, и люди думают, что это настоящий проект от продуманного проектировщика, можно по нему строить, все будет качественно. На самом деле это не так зачастую. Вот. Как правило, таких вот новобранцев набирают строительные компании, потому что на хороших проектировщиков у них либо денег нет, либо хорошие проектировщики сидят в своих проектных бюро. Вот. Это было первое для меня такое первое открытие, что под словом «проект» может быть что угодно. Зачем вообще нужен проект? Проект нужен заказчику для того, чтобы заказчик сам мог контролировать строителей по этому проекту. Соответственно, если проект непонятен заказчику, то смысла такого проекта нет. Потому что, когда вы покупаете проект, даете его строителям, они все равно строят по-своему. Потому что они понимают, что вы ничего проконтролировать не можете, зачастую в проекте нарисована какая-то ересь, и они просто строят по-своему. Получается, что вы на проект просто выбросили деньги. Это я говорю про каркасное домостроение, про каменное домостроение, вот про клееный брус. Там есть особенности, что проект должен делаться под завод, поэтому там имеет смысл как бы вот делать проект, и, как правило, компания, которая проектирует, ну, завод, под себя проектирует проект, они делают все правильно. Я говорю про проекты, которые продаются в интернете. Стоит ли их покупать? Так вот, вот эти все открытия, что проекты бывают зачастую бестолковые, что строители по ним не строят, пришел я к такому выводу, что проект нужен в первую очередь мне. Соответственно, когда мы начали смотреть, какие проекты предлагают хорошие проектировщики, вот, мы увидели 3 особенности. Что от хороших проектировщиков проект в первую очередь понятен заказчику. Вот я здесь даже такой слайд. Вот первый, что проект «Китайская грамота». Он китайская грамота и для заказчика, и для строителей зачастую. Значит, в хорошем проекте должно быть, ну, например, такие рисунки в проекте. Вы смотрите, вроде все размеры есть, что еще строителям нужно, чтобы они собрали вам дом правильно. На самом деле, когда собирается каркасный дом, и здесь видны каждые доски, проектировщик говорит: вот смотрите, какой у меня крутой проект, у меня здесь все доски нарисованы. Но здесь не нарисовано самое главное, как эти доски друг с другом соединяются. А это и есть качество стройки. И вот о том, как они соединяются, говорят, ну вот это листы как раз из проектов, вроде как хороших, где каждая доска нарисована, все циферки видны. Вроде как я как заказчик могу подойти к строителям и проконтролировать их. На самом деле я здесь могу проконтролировать только размеры между досок. А насколько они правильно закреплены, я не могу проконтролировать.
в каждом проекте хорошем должны быть обязательно страницы вот такие с узлами, То есть вы четко видите, что вот в этом узле должны быть здесь прямо написано, какие гвозди, в каком порядке, как доски соединяются, что они не пилятся там наискосок или еще как-то. То есть вы, вот этот рисунок, я думаю, понятен всем. И вы, подойдя к такому, ну вот строители у вас что-то сделали, подойдя к их творчеству, которое они вот для вас сейчас сделали, посмотрев в проект, можете убедиться, что они вам сделали правильно. Вот таких рисунков в проектах, как правило, нету. Как правило, проекты вот такие. То есть вот вроде все красиво, что-то непонятно, но что-то нарисовано, но непонятно, как поэтому контролировать строитель. Кстати, зачастую, так как у нас на строительном рынке нас строители давно уже не учат, и у нас строители, как правило, самоучки, они не знают вот этих вот нюансов. То есть, что сюда нужно, например, 5 гвоздей. Они, когда учили стройки там где-то у себя на месте, они знают, что просто можно наискосок 2 гвоздями забить, а здесь на уголке это все поставить. И все, они так вам и делают. Хотя здесь идет крепеж именно вот с 5 гвоздями. Вот, поэтому доверять профессионализму самих строителей нет смысла. И спрашивайте, а как правильно? Лучше заплатить за хороший проект, где есть все узлы, где проектировщик все это нарисовал со знанием дела, и вы просто за своих строителей заставляете делать, как нарисовано. Вот видите, например, 3 варианта, как крепить стойку в брус. Как вы думаете, что сделает строитель? Все закрепят вот так. Потому что так быстрее, причем они закрепят на 4 самореза. Здесь 2, здесь 2, и все. Вот, потому что никто не будет заморачиваться. Хотя по каким-то требованиям в данном проекте нужно сделать именно вот такой вот узел. Или вот такой. Они все правильные. Просто строитель, если не нарисовано в проекте, он сделает как ему проще. Вот, поэтому узлы обязательно должны быть в проекте. Если вы покупаете проект, то смотрите, чтобы в проекте были обязательно все узлы, которые будут именно понятны вам, вы по ним будете контролировать строителей. И еще один момент вот, хорошего проекта. Здесь есть так называемые листы контроля. То есть здесь написано, что конкретно вы должны проверить. Здесь прям так и написано, внимание, данный этап должен быть проверен. И написано там монтажная пена. Все швы на данном как бы узле должны быть пропенены пеной. Все там саморезы крепятся с двух сторон шагом 20 сантиметров. Вот здесь все это написано. Здесь пустая графа, такие пустые ячейки, где вы галочкой отмечаете, что вы этот этап проверили у строителя и убедились, что он данный узел сделал правильно. Сейчас. Нет, разверни. Да, разверни. Покажи. Вот здесь идет обвязка фундамента, она нарисована. И на следующем листочке написаны как раз вот пункты, которые вы должны на этой обвязке проверить. И так каждый лист, вот хорошие проекты, они вот такие толстые. И так каждому листочку. Вот я сейчас перелистываю. Вот. И здесь идет лист, там была просто стена нарисованная в развертке. Что нужно проверить, когда у вас сдаются стены? Вот по пунктикам. Все, вот эти 3 составляющие должны быть в проекте. Можно добавить? Да. Просто хотела от себя тоже добавить, поскольку листают наш проект, решила сказать от себя, да. Мне кажется, стройка должна быть понятной, тем более загородного дома, да, и цена на дом, она должна быть человеку очевидна сначала. И вот проект по-хорошему, правильного каркасного дома, каркасно-панельного, но это уже деревянные дома, по сути, они будут с точностью до копейки, если у вас правильный проект. Потому что проект закладывает все. И крепеж, и сами исходные материалы. И там прямо в нормальном проекте идет подробная спецификация материалов. Ее просто отсвечивают и получают надо копейки. Она вырастет, если вырастет составляющий ингредиент, если вы еще его не предоплатили. Но не увеличится количество гвоздей, деревяшки, там, пленки, я не знаю, все прописано в спецификации. Вот для меня, что тоже является важным, в качественном проекте. Потому что когда проект дают просто общий вид дома, вот тут и начинается творчество, да, ценообразование, сборки, то есть никакого творчества. Вот спецификация материалов, вот листы контроля, вот узлы. Все,
все. Проекты очень простые требования. Цена и схема сборки. Да, я про это и хотел сказать. Что в конце каждого проекта должна быть спецификация. И не просто, что написано, что для данного каркасного дома требуется 40 кубов доски. Там написано, сколько конкретно нужно досок 6-метровых. Там полтинника, сколько нужно сороковки, то есть вплоть до доски, до каждого гвоздя и до каждого уголка. Причем, так как уголки бывают разные, там написаны конкретные марки уголков. И когда у вас такой проект есть, вам осмечивать очень просто. То есть любая компания просто возьмет вот этот Excel-евский файл со спецификацией, проставит свои цены, и вы получаете точную цену до гвоздя. Когда проекта нет, строительные компании считают так плюс-минус и пишут там, например, фундамент, дефис там миллион. А что там в миллионе в этом учли, непонятно. Вот, значит, три составляющие хорошего проекта. Это узлы, это листы контроля, это спецификация на материалы. И, наверное, четвертый, самый первый, наверное, нулевой, что проект, так как государство не защищает нас от плохих проектов, значит, каким образом мы можем застраховаться, что у нас проектировщик, у которого мы покупаем, хороший. По закону, человек, который подписался в проекте, вот сейчас я вам покажу, вот здесь, в проекте вот есть такая табличка, и здесь написано, кто запроектировал. Вот. По закону он несет ответственность за ваш дом. То есть, если у вас дом рухнул или что-то сломалось, вы идете в строительную компанию, она смотрит, по какой причине это случилось. Если случилось это из-за некачественной стройки, то тогда отвечает строительная компания. А если это случилось из-за того, что проектировщик так посчитал, то тогда проектировщик отвечает. И он отвечает деньгами. А если людей убило, то уголовная ответственность. Соответственно, это мы заметили практически в каждых проектах очень хитрая штука, что подпись, и здесь написано сначала компьютерным шрифтом, а потом человек от руки пишет. Они редко совпадают. Либо подпись есть, печать фирмы есть, а фамилия, имя, отчество про самого проектировщика нету. То есть, и вы, когда у вас какие-то проблемы, они говорят, так у вас тут вот не хватает, кто конкретно рисовал. Вот. Поэтому нужно обязательно проконтролировать вот вопрос, кто проектировал, и сверить, что у него здесь была и напечатана фамилия, и его подпись была. Желательно с его паспортом сравнить, потому что он просит расписаться секретаршу, потому что потом скажет, а это не мой проект, они его распечатали, а подписались кто-то. Поэтому я отвечать не буду. И это повсеместно. Вот. Соответственно, если проектировщик все хорошо вам подписал, вы убедились, что это он, что он хороший, как надеяться на то, что если вдруг что-то случится, что он будет отвечать? Отвечать он может деньгами. Ну, когда случилась беда, тут вопрос денег, кто ее будет исправлять. Соответственно, если у проектировщика нет денег, он не будет отвечать. Он скажет, ну у меня нет денег, вы на него подадите в суд, там начнется что-то. Может быть, сейчас закон о банкротстве физлиц приняли, что судиться можно с людьми. Ну, с физлицами. Может быть, это как-то поможет. Но, как правило, если проектировщик, ну, вот, который сидит на зарплате в 20 тысяч рублей, чем он может отвечать, когда он накосячил там на 5 миллионов? Он просто уволится и все, и убежит. Для него это будет выход такой. Поэтому мы поняли, что деньгами, к сожалению, можно только обязать, если компания и проектировщик боятся потерять репутацию. То есть, если его можно реально выставить дураком, он потеряет репутацию, и только это может заставить его заплатить вам, там, решить вашу проблему и так далее. И мы для своей деятельности всегда проекты покупаем, так сказать, у именитых проектировщиков. Они не такие дорогие, как кажется, но гарантия того, что люди нормально все нарисуют и будут отвечать за свои слова, это их популярность. Вот. Поэтому я вам конкретную компанию порекомендовать людей не могу. У меня сейчас 16 домостроительных технологий, то есть по всем технологиям мы строим. Поэтому проектируемся всегда у разных людей, у разных компаний. Но именно подход такой. То есть я смотрю, какие проекты они делают, что человек, который подписывается, он имеет имя, что потом с этим проектом можно его там на YouTube или на телевидении показать, что он ерунду рисует. Вот просто еще с такой штукой сразу столкнулись, что есть такие проектировщики в годах, они вроде именитые, но
рисует, но ему уже лень что-то новое придумывать. Он шаблонно шлепает, он даже может узлы откуда-то надергать, навтыкать в проект, а этих узлов не будет даже у вас в доме. Он говорит, ну это делается примерно так же. А так посмотри снипы, там же все снипы написаны, как должно делаться. Короче, нужно смотреть, чтобы узлы совпадали. То есть это сделать очень просто, потому что, как правило, вот страница проекта идет, и сразу на следующей странице есть узлы. И вы смотрите, вообще этот узел, где он? Он говорит, вот здесь. А, понятно. И вы понимаете, что, ну да, действительно, вот перекрытие, вот узел этот здесь. Все, значит, он этот узел вставил не с учебника откуда-то, вот ради того, чтобы он был. Вот, друзья, я, наверное, задержу, да? Спасибо за внимание. Какие есть вопросы? А, проектирование, вообще общая цена вопроса такая, она не меньше, чем 550-600 рублей за квадрат. Вот, все зависит от детализации, что если там прям до гвоздя все прорисовано, очень супер классная спецификация, они там просят 700-800 рублей. Но это всегда окупается, потому что вас не обманет ни строитель, ни закупщик, и вы полностью контролируете свою стройку. Вот цена там 150-200 тысяч за проект, там 150-200 метров, это нормальная плата для того, чтобы у вас все прошло с первого раза хорошо. То есть на проектах лучше не экономить. Да? Состав проекта. Состав проекта? Будет у нас на первом листе там написано. Состав, да, проекта, он тут описывается. Давайте мы проект пустим. Я вам любительски просто рассказал, что должно быть. Да, в принципе, в проекте там должна быть там инженерка, то есть разделы проекта, они, вот это конструктив. То есть вот архитектуру вам может нарисовать кто угодно, там любой дизайнер, у кого есть вкус, нарисовали архитектуру картинки дома. Конструктив должен уже конструктор делать, то есть так называемый раздел КД. Раздел инженерки, как правило, там электрики никто не заказывает, потому что они очень дорого стоят и... Люди думают, что они электрику сами как-нибудь проведут, там, или сантехнику и так далее. Все, заказ. Есть вопросы? Как-то идет привязка проекта к фундаменту. То есть, если там какие-то проблемы, потом что не было. Да, вопрос, идет ли привязка фундамента к проекту, к участку? Идет, конечно. То есть в хорошем проектном бюро с вас попросят исследование грунтов. И, кстати, можно сделать дешево за 2-3 тысячи рублей с помощью свайщиков. Заказать свайно-винтовое пробное забуривание. У них достаточно точное определение дешевое грунтов. Не надо там за 30 тысяч заказывать. И этих данных будет достаточно, чтобы вам фундамент запроектировали именно тот, который вам подойдет, а не просто типовое решение. Все, передаю слово Игорю. Всем добрый день. Спасибо, что пришли.